Привет. Ну что ж, у нас осталось 30 кубков. И я надеюсь, что пуканчик у всех остыл. И, ребят, я взял сейчас на видос Сэнди. Попробуем пиком Сэнди. Даркангел, снова здравствуй. Привет еще раз. Здорово. Ребзики. Короче, я ничего не буду говорить. Лайки ставить, подписываться, решать вам. Я пошел в бой. Все, давайте нормально так сейчас. Ты можешь, пожалуйста, отдать имам Витал Шарку? Я понял, окей. Все, погнали. Вы говорите, если что. Все. Окей. Угу. Я, пожалуй, буду, ребята, долго молчать. Пускай будет все. Да, так, сейчас как... очень сейчас собрались на 100% потеем. 5 утра. Да. Так потей. Блин, всю ночь апаемся, ну все, сейчас точно должна. Мне кажется, Гейла было. Не, ну не, Гейла тоже сложно было очень. Мы апались до рассвета, до самого. Но это все, я заканчиваю пуш 30 тысяч, я больше ничего подобного начинать не буду, потому что. Ну, я. Чисто, не знаю, физически, морально, да по-разному устаю, реально, тяжело. Тяжело, знаете, в каком плане? Тяжело в том, что времени на это много надо, вот. Я не ожидал то, что последние кубки так сложно будут даваться. Тебе не надо было рейлить. Ну и все. Все, сейчас буду нормально. На Сэнди будет попроще или сложнее? Да, попроще, наверное. 900 кубков как-никак. Ну ладно. Попроще. Фух. Давай, давай, последний подбирай. Все. Жесть, как долго катки ищут. Ну вот, чтобы вы понимали, сколько мы сидим в подборе. Шесть. О, наконец-то. Аллилуйя. Габриэль. Я помню Ваня, такого. Направо, направо. Направо? Да. Угу. Есть. Убил. А кто из кристаллов Дарк собирает? Да, да, да. Виталий, а что ты забыл справа, если ты сказал, чтобы холдик шел направо? Не, я говорю, чтобы он налево шел. Там фланг просто. А, бывает. Мне налево? Да. А, вот. Нет, направо, Вань, направо, все, все правильно. Да, Петр. Хорош. Добей. Его подогнал к тебе. Добил, добил. Помоги, Виталь. Хорош. Наконец. Живи, живи, хорош. ГГ. Честно, даже радоваться уже сил нет. Ну ладно. Есть, у нас получится, у нас получится. Гоу дальше. Гоу. Плюс 6? Да. А что не так? А, да, 900 кубков я забил, забыл. Тёфу? Такс. Справа. Ну, это очень плотный пик будет. Мне налево? Направо. Да, иди направо, кубик. Хорош. Ты на Сэнди, кстати, стоишь. Хорошо. То есть я должен переиграть? Да. Логично. Есть. 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 Минус. Хорош. Найс, найс, найс. Она крутится? Сэнди отдает? Она не отдает, она просто поняла то, что у нее шансов нет. Нифига себе, я не рассчитывал, что у нас на 900 так будет получаться, блин. Ну, круто. Так. Она дает, она решила сдаться. Потому что мы хорошо очень играем. Угу. А вы их знаете? Нет. Первый раз. Окей, окей.
Там Сэнди слева. Еще на лину раскатывает. Еще три карты. Она хиляется там. У нас было такое, что этот. Потом в крысу играли. Не, не. Они вдвоем играют, все нормально. Соберите после меня гейм, если я умру. Как помру, то похавайте. Не, хорошо все. Окей. Ну неплохо, окей. Окей, окей. Остается сколько? Окей. 4 катки или 3? 3. 3. 3. Ровно, причем ровно. Да. Фух. Я отвечаю, если прям сейчас мы это не сделаем, я прям вот в этом ролике забиваю брови. Это очень жестко. Окей, правый, правый фланг. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Есть. Найс. Опа, найс. Найс. Спасибо. У меня вообще будет тянуть крейси. Минус один гаджет. Да, все, мимо. Найс. Поехали. Прочитано. Я не фидил ей ульту, так что Сэнди вообще нарывает. Добивай, хорош. Еще вытяну. Ну окей. Почти. Спасибо. Так, все, гаджетов у Джина больше нету. Наверное. Не, я считал. Все, есть. Так. Держи. Хорош. Зажимаем их? Давай, я подожму. Да. Я откинул, мужики. Отлично, отлично. Вытянул? Спасибо. Нет, не вытянул. Окей. Один гем, один там, гем. Там у Джина ульта, у Джина ульта. Да. Возьми гем. Бери, Вань, бери гем. Беру. Возьми. Гем, все, убегаем. Да, беги. Беги, Форест, беги. Давай, родной, давай, я смогу. Минус Джин. Ой, я его откинул. Тихо. Хорош. Все, там на Фензи осталось. Выживи. Сало. Две катки осталось. Две все. Катки, пожалуйста, погнали, давайте. Погнали. Так. Собираемся. Да, две, ровно 12 кубков. Надо отыграть сейчас как никогда. Ну что, пацаны, последняя катка. Поехали. Ой, то есть не последняя, а предпоследняя. Юкс. Что? Юкс. Это жесткие попались. Окей. Аля. Отдают? Ну там один чел отдает только. Там вот. Два ноль чела. Окей, от души, Юкс. Спасибо. Спасибо. Боже, последняя каточка. Фух. Но мы еще не выиграли, как бы. Мало ли мы там проиграем каким-то еще. Как? Ну, вдвоем они как-то камбэкнут по красоте. Да это не рофло. Да. Серьезно могут? Да. Ну что, мы втроем... Динамайк нашей памяти. Какой динамайк? Да забей. Понятно. А как же динамайк? Блин, Юг, спасибо. Да, спасибо. Это ваш чел, знакомый какой-то? Да. Это... Он через меня заснайпил. Сейчас ДР вылетит, чтобы не снайпил. Он отдал карту. Ору. Ну что ж, пацаны. Да ну, я не верю, последний бой он... Бля. Опять, скорее всего, что-то пойдет не так, да, Виталий? Осилим. Мы сможем. Должны. Посмотрите на время, пацаны. Время. А? И это не вечер, это утро. Не знаю, за окном он рассвет, если видно вам, нет. Короче, все, последняя катка. Ну. Не поминайте лихом, поехали. Да, я собрался. Фух! Ну что, last... Блин.
Что? Ничего. В смысле? Я не уверен, но они могут отдавать. Да ладно! Ну, повезло, будем считать. Ура! Наконец-то. Повезло, да. Спасибо за катку. Наконец-то Ваня 30к. Фу. И они нас такие сейчас закрысят. Я не против. Тогда на самом деле, если честно, хотелось последнюю катку отыграть, вот скажу по чесноку, хотелось отыграть ее прям на всю мощь. Но у меня есть одно предложение. Дорогие друзья, сейчас у меня будет 30 этих гребаных тысяч кубков. Боже, как же я их долго апал. Вам, ну, это, я знаю, прочувствуют и поймут те, кто смотрит мои ролики, стримы до конца. Но, знаете, у меня все равно какое-то чувство такое незавершенное, типа, не знаю, как будто вот, ну, не все закончено. Как вы смотрите на то, чтобы я доапал Сэнди сейчас после этого ролика на косарь? Осилим или не осилим? Как вы вообще, парни? Да, нет, нет, да, на. Я думаю, осилим. Дарк, а ты как? Есть силы? Нормально. Есть? Да. Тогда следующим образом надо сделать. Чтобы у меня было ровно 30 тысяч, надо... Боже, сейчас стойте, дайте этот момент. Боже, все. Я, блин, я не хотел таким путем апнуть, чтобы мне отдали катку. Спасибо большое. Ну, слушайте, ну... сейчас покажу. Ну, это вы посмотрите. Все, мои брови на месте. Мои тоже. Короче. Виталь. Да, Архангел. Я уже, знаете, это то же самое чувство, когда мы апали вот этого пикселя, как его, Гейла на 1000. То же самое чувство я вот сейчас я испытываю, я вам благодарен, все дела. Но реально опыт реально очень был прикольный. Побывать вот это в таких катках, познать, как вы там играете, вот эти все тактики. Это реально классно, это для меня, ну, как минимум, незабываемый опыт. Я вряд ли продолжу, я не киберспортсмен, я не претендую, но... Тридцатка есть. Спасибо вам за помощь. Ссылки на вас в описании. Я надеюсь, вы, подписчики, подпишетесь. Но я хочу кое-что еще последнее. До конца сезона 6 часов. Попробовать Сэнди апнуть на косарь. Попробовать. Если вам, подписчики, интересно, то подписывайтесь, ставьте лайки. Если это получится, я выложу видос. Если не получится, то значит ничего не будет. Я уже подготовил бритву, я уже подготовил пенку для бритья. Уже все, я уже готовился сбривать их. Но не тут-то было, дорогие друзья. У меня 30 тысяч, поздравьте меня. Просто, а ну к чат. Поздравляю. Что в чате, что в чате пишет? Ничего, ну Лимон, ладно. Лимон, ты с кем-то снапили с рандомами? Поздравляю, ты скафолдик. Поздравляю. Спасибо. И сейчас я... Ой, что я написал? Спасибо. Прикиньте, 5 утра подписчики не спят. Короче, ребята, я еще не завершил, хочу Сэнди доапать. 30 тысяч апнул. Все, для меня все, я закончил пуш. Всем удачи, увидимся. Если апну Сэнди на косарь, будет видос. Пока.